Злоумышленницы подходят к доверчивым жительницам города и сообщают им о том, что либо на них, либо на их близких родственников наложена порча, и они могут незамедлительно им в этом помочь. Для этого нужно принести все имеющиеся ценные вещи, либо сбережения, которые впоследствии, как будет проведен определенный обряд, будут гражданке возвращены. Таким образом, накануне своих сбережений лишилась 59-летняя жительница нашего города, которая отдала мошенникам 330 тысяч рублей подобным образом. В связи с этим отдел полиции обращается ко всем жителям города, чтобы были бдительными, не вступали в разговоры с незнакомыми гражданами и ни в коем случае не передавали свои ценные вещи и сбережения незнакомцам.